Я приветствую вас на канале Повезушки с Танюшкой. Сегодня 1 октября. Это значит, что у нас стартует наш совместный проект «Краски осени 2». Всем девочкам-участницам я желаю творческого вдохновения, удачи, чтобы все проекты, которые мы запланировали связать за совместный проект, мы все смогли с вами связать. У нас всего 25 участниц вместе со мной и 4 спонсора. Спонсором победителя будет Альбина Ковалева, также спонсор нашего проекта Людмила Кармишина, Мария Бурдо и Лиза Мухаева. Ссылочки на профили девочек я оставлю, поэтому попрошу всех участниц подписаться на профили девочек и в социальных сетях при размещении фотографий по проекту указывать наших спонсоров. Сегодня мы начнем с вами совместный проект, и темой первой недели будет вязание аксессуаров. То есть мы можем связать как шапочки, варежки, рукавички, перчатки, шарфы, снуды, носочки, все, что касается аксессуаров. Под определенный процесс, под каждый отдельно, мы выставляем фотографию с пряжей. Можно сразу выставить фото начала процесса и пряжей на этот процесс. Сколько выставлять за неделю продвижений, это вы уже смотрите сами. Я думаю, чем будет больше фотографий, тем лучше. В конце недели, в субботу, мы будем выставлять отчетные фотографии по готовым работам и по процессам, то есть те работы, которые у нас будут еще не завершены. Бонусные баллы я буду начислять за готовые изделия и за выполнение задания как дополнение. То есть, если вы свяжете 3 шапочки, бонус будет начислен только 1. Сегодня в группе я распишу вам бонусы, то есть, какой бонус будет начисляться за то или иное изделие. Я понимаю, что я все не смогу охватить, да, все изделия, которые можно связать, но в основном суть будет понятна, за какое изделие какой бонус. Хочу также учесть пожелания девочек с прошлого совместного проекта начислять больше бонусных баллов за то, если изделие связано на больше, например, 44-46 размера. Либо же давайте сделаем от 50-го. Если вы вяжете на большой размер, то обязательно под фото готового изделия напишите мне об этом, чтобы я это учла. Также я хочу начислять дополнительные бонусы за изделия, которые связаны тонкими спицами. Я буду видеть, что это кропотливая работа, я начислю обязательно дополнительный бонус. Сегодня также постараюсь создать таблицу. В принципе, нам таблица еще не нужна, да, до конца недели. Поэтому я постараюсь к концу недели сделать таблицу с учетом всех бонусов. Вы сможете в реальном режиме зайти в таблицу и посмотреть, какие бонусы вам будут начислены в течение всего совместного проекта. Ну а сегодня я вам покажу свои процессы, которые я планирую начать, либо же уже они начаты. Я напомню, что мы сможем с вами вязать не только новые изделия, да, но и связать также все изделия, которые у нас находятся в долгостроях, либо же уже в процессе. Если у вас есть такие изделия, то обязательно сфотографируйте процесс на данном этапе. И плюс к этой фотографии вы должны приложить фото пряжи. Сколько данной пряжи у вас есть еще в запасе на данный проект. Я думаю, с этим проблем не возникнет. Ну а сейчас давайте перейдем к столу, и я покажу вам, что я планирую вязать на этой неделе. Итак, первым, что я буду довязывать на первой неделе участия в совместном проекте, это мой джемперок. Вяжу я рукавчики из пряжи слунимской. Это полухлопок. 50% акрил, 50% хлопок. Начала я вывязывать регланные линии на рукавах. Вяжу я 2 рукавчика одновременно. И тело у меня уже связанное и ждет своего часа. Здесь уже я вывязала горловину, в каком-то из видео я показывала. Тело идет вот в такую розовую полоску, а рукавчики будут просто беленькие. Это первый процесс. Я думаю, что
на довязывание рукавов и формирование горловины на обвязку, да, мне хватит одного моточка, поэтому буду включать в этот процесс только один моток. Далее идем. Буду вязать берет для мамы. Начала я уже на прошлой неделе вывязывать резинку. И у меня два моточка Газал Baby Wool. Классная пряжа. У всех, у кого аллергия на шерсть, в принципе, можете попробовать данную пряжу. Она совершенно не колется. Очень мягкая по тактильным ощущениям. Мне пряжа очень понравилась. Также из этой серии Газала мне нравится Baby Cotton. Также можете взять на пробу. Пряжу XL данного производителя я еще не пробовала. Обязательно попробую. У меня есть два моточка в наличии и потом скажу свое впечатление. Но по тактильным ощущениям пряжа точно такая же, только меньше там метраж, да, идет. Вот. Связала я уже резиночку и приступлю на этой неделе к записи мастер-класса и продолжу вязание. И еще планирую связать один берет. Берет буду вязать из такой пряжи, кроха Baby. Также рекомендую попробовать. Совершенно не чувствуется колкости. Она намного мягче, чем Ализе Лана Голд. Для любителей более нежной пряжи, вот эту пряжу тоже могу советовать. В этой пряже 135 метров в 50 граммах. 20% мериносовой шерсти и 80% акрила. Связала я образец, буду вязать в одну нить. И для берета у меня приготовлено два моточка. Я думаю, что пряжа даже должна остаться. Вот. Вот с этими процессами я буду участвовать в совместном проекте. Буду вязать процессы именно на этой неделе. Постараюсь завершить и джемперок, и связать два берета, так как у меня на этот месяц очень много планов. Надеюсь, вам, девочки, будет интересно следить за процессами, так как каждую неделю я буду выставлять отчеты по работам девочек, показывать свои продвижения в течение недели. Я думаю, что будет что-то показать. Времени совершенно мало на вязание, но я постараюсь как-то постепенно влиться в наш совместный проект. Еще раз хочу пожелать всем девочкам удачи, плодотворной недели, чтобы вы навязали как можно больше красивых и замечательных изделий, порадовались себя в первую очередь, своих близких. Если у вас есть возможность, то снимайте видео, будем поддерживать вас, смотреть, комментировать. Нам также будет интересно следить не только, например, за готовыми изделиями, да, на вашем канале, но и также будет очень интересно посмотреть видео с продвижениями. Вот. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо заранее всем большое за поддержку, за то, что вы будете смотреть наши видео по продвижению, поддерживать нас, ставить лайки, комментировать. Всем пока-пока и до новых встреч!